Я любил ходить на работу и гулять в социальной сети. Я так любил ходить на работу, но кризис, бизнес закрыт. Как теперь вернуть ипотеку и растущий в процентах кредит? Я пытаюсь прогуглить все это, но если честно, не вижу пути. Всякий тянет одеяло на себя с невинным лицом, как ни в чем не бывало. Всякий тянет одеяло на себя с покутой. Я-я-я-я-я тяну одеяло на себя с невинным лицом, как ни в чем не бывало. Всякий тянет одеяло на себя с покутой. Я тяну одеяло. Я мечтал про отдых у моря, экзотично, недолго вдвоем. Но инфляция съела все доли, а страховки оказались враньем. Разослал резюме по знакомым, я прошел регистрацию в джоб. Электронный мой ящик заполнен, там кроме спама, там нет ничего. Всякий тянет одеяло на себя с невинным лицом, как ни в чем не бывало. И тянет одеяло на себя с потыкой. Я-я-я-я-я тяну одеяло на себя. Всякий тянет одеяло на себя с невинным лицом.